Всем привет! Сегодня снова с вами Басон, и мы продолжаем проходить игру Alan Wake. За нами гонится полиция, точнее ФБР, а полиция помогает, но тут уже от полиции-то никого не осталось. Гранаты – хорошая вещь. Но их надо, блин, в толпу кидать. Вот так надо, желательно. Ну, что у нас тут еще батареечки? На вечеринку, ну точно, не вечеринка. Да они прямо из воздуха, да еще тем более полицейские. Бля, одну гранату лишнюю юзнул. Да вашу маму, сколько ж вас тут будет? Блять. Зашибись, конечно. То есть возвращаться лучше не надо даже. Ладно. Значит, не будем возвращаться. Одно из всех четверых. Всех, всех. Бежим дальше. Пока наша жопа не стала очередной мишенью. Чё, все? Ещё гранаток набрали.
Всех завалили. Она, получается, грант освобождает не только тьмы, но еще и носит урон. И пофиг кого. Большой ты или толстый. Или у вас много маленьких. Против мелких самое то. Толпу когда собираешь. А вот когда крупный смысл. О, там кто-то есть. Так. Прожекторы. Так, пойдем в дом. Нахрена ты сказал, придурок? Зашибись, он вообще разбирается, просто тупо стреляет и все. I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mob. Короче, ребят, пошли все в жопу. Я буду сваливать от вас. Опять тьма. О, наконец-таки. Так, да. Так, фонарик бы, блин, помощнее, побольше. Пока, ребята. Где у нас вот очередной генератор? There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Так, они, я понял, временно работают. Ладно. Ух, ребята.
Фонарики удобная вещь. И нужная. Так, здесь один фонарик еще есть. Так, патроны есть. Есть. А там у нас что? Забор с нашей рукописью. Сколько же их всего-то тут этих наших записей-то? Так, тут ничего нет интересного. Идем дальше. Вот еще рукопись наша. Поезд. Батарейки, патроны. Кто там нам звонит? Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan. I'm so afraid. It keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. It's something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. Зашибись. Элис нам позвонила. Так, еще одна запись. Так, а что у нас тут? Какой-то сарай. О, тайничок получается. О, зашибись тайничок. Револьвер полный. Здесь у нас что? О. Да, хорошая вещь, все-таки световые гранаты. Так, нам нужно добраться к депо, значит. Блин, так долго не побегаешь. Ладно, полезли. Блин. Трубы отваливаются тут. Зашибись.
Тьма, короче, управляет всем. Блин, опасная хрень это. Батарейки тратить не буду, я лучше так на расстоянии постою. Пипец. Идешь такой, идешь, а у тебя что-нибудь летит. Тележка куда-то вниз там улетела. То есть дополнительно, типа, вместо врагов вот эта вся хрень. А сейчас целый поезд, блин, какой-нибудь меня еще въедет. Для полной комплектации, так сказать. Стивен Кинг был источником вдохновения для меня. Я подумал о всех инанимированных объектах, которые пришли в жизнь в его книгах. Никто не безопасен в хорошей истории. Точно не протагонист. Это что делает их веселыми. Это было что-то, но... Темнота могла обладать всем. И это было все ближе. О, этот фонарик получше. Это вообще мало, вот этот. Зашибись. Ну, я думаю, наверное, батареек нужно на него будет больше, но он мощнее. Ладно. Вас только мне не хватало, блин. Че, все или еще будут? Походу все. Так, туда надо никуда не забраться. А, ну да, дольше у него. Да, револьвер уже не канает. У нас получается, может быть, пистолет, ружье какое-нибудь, сигнальные ракеты, световые гранаты и фаеры.
In light you can hurt him. Так, патроны револьверу, батарейки. Чего у нас тут телек? Так, наши записки. И что нас здесь ждет? Да, и того полное. Ух, ёкарный бабай. Только этого мне еще не хватало. Ах ты, зараза. Блин, что он сделал? Прыгнул вообще что-то. Да. Короче, здесь этот трактор нас сейчас будет давить. Блин, он пипец просто давит вообще. То есть надо тьму сбить с этого трактора или чего там. На, лови, малыш.
Блин, зараза, а? Зашибись. Завалил трактор. Сколько ж нужно тут было фаеров на него потратить, чтобы его сжечь? Я не представляю, сколько нужно было фонарика сжечь, если его. Так, здесь у нас тоже. Так. Так, здесь то же самое. Так. Что у нас здесь? Гранат как раз таки пригодилась, в тему была. Это типа послание мне такое. Радость для вас. Сел в тачку и погнал. Ну давайте, что у нас? Зашибись. Утро наступает. У меня такое ощущение, что даже утром можно получить пизделей здесь. Да, совсем недалеко. Ящики тут сами все катаются. Так, а если туда сходить, посмотреть, что там есть, может, где-нибудь рукописи наши, как обычно это бывает. Задохнется так вот бежать. Even during daytime, I was being stalked. The bridge must have collapsed only moments after I'd crossed it. Угу. Не специально ли он рухнул, мостик-то наш? Да. Бедный, бедный. Ну-ка, если на машине доехать можно или пешком придется чесать? О, на машине. Little by little, without realizing it, I'd come to believe that the story in the manuscript was coming. Зачем идти, когда можно ехать? The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity. Так, и здесь монстры задолбали. Ну мы так поедем. Опа, что у нас здесь? Сходить, посмотреть. Вдруг что интересное, может, стволы дадут? Какой-то сарайчик. Kind of abandoning you to that music track that I call it. See, I encountered a
Да. Все мосты разломаны. Так, ладно, поедем дальше. Я думаю, там хоть что-нибудь есть, а там ничего вообще нету, пусто. Вот можем его не подниматься даже. Так, что у нас там, домик какой-то он? Если пешком бы шел, бы вообще попупел. Надо посмотреть, что там. Мы здесь были ночью. Когда от копов бежали. Или не здесь. Так, ничего здесь нет, нифига. Поссать не дадут зайти, блин. Так, это здесь или дальше надо? Так, дочапать. Веселая игра. Глядишь и развалится сейчас прям. Здрасте, я ваша тетя. Одни рукописи, блин, собираешь, бегаешь пол игры. Ну и врагов, конечно, тоже в избытке и хватает их. Нападают не по одному, где-то вообще прям по целой куче. Supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Так, что у нас тут? Музей. Вагонетки тут всякие. Чё тут? Хотя люди жили здесь и раньше, настоящая история города началась с момента основания горнодобывающей компании Bright Falls и открытие угольной шахты в 1878 году. Хотя работа там была тяжелой и опасной, тем не менее, она привлекла множество иммигрантов, в том числе немцев, поляков, итальянцев, финнов и шведов. Ладно, хрен с вами. О, рукопись еще. Так, там входа не было. Нет. Да, задыхается бедный. Так, а здесь что написано?
В 1970-м случилось извержение вулкана под озером Колдерн, хотя оно было сравнительно слабым, большинство глубинных трещин обвалились или были затоплены. Во время катастроф погибло 32 шахтера, и горная добыча в районе Брайт Фоллс полностью прекратилась. Теперь многие из сохранившихся сооружений охраняются законом по историческим памятникам. Чувствую, здесь тоже веселье намечается. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Wake! Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by you. You wanna see your wife alive? Cause if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I wanna talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello? Ah! I'm gonna kill him! Ну, правильно, убить можно. Ладно, я думаю, на этом мы закончим. Всем подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Оставляйте комментарии под видео. Всем удачи, всем пока. Так вот, но теперь заканчивается видео.